Вам на заметку предлагаю по-настоящему праздничное и вкусное блюдо. Цесарка, запеченная в рукаве с цитрусовым соусом, это довольно простое в приготовлении и невероятно красивое основное блюдо. Сейчас я детально расскажу, как приготовить цесарку, запеченную в рукаве. 1. Для начала необходимо вымыть и просушить птицу. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот что нам понадобится. Цесарка 1 штука, апельсин 1-2 штук, чеснок 1-2 зубчиков, специи 2 столовые ложки, перец черный, паприка, перец чили, тмин, шафран, базилик и так далее. Соль 1 щепотка, оливковое масло 2-3 столовые ложек, количество порций 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.